Сразу несколько случаев нарушения миграционного законодательства выявлено в январе. После проверки швейного производства в Кохме обнаружено 5 нелегалов, 3 армянина и 2 гражданина Таджикистана. Суд принял решение о выдворении их за пределы Российской Федерации. 22 января в Иванове сотрудники миграционной службы обнаружили нарушителей законодательства среди работников быстрого питания в одном из торговых центров. На кухне работали 13 иностранцев, 4 из них оказались нелегалами. По решению суда они тоже выдворены с территории нашей страны. Кроме того, был изобличен гражданин России, который незаконно оформил регистрацию 7 иностранцам по резиновому адресу. Фамилия как ваша? Холматов. Холматов? Да. Вы у нас откуда приехали? Узбекистан. Узбекистан? Документы где? Документы пока нет. А где они?